Всем доброе утро, ребят, всем привет, добрый вечер, доброе время суток, когда вы смотрите. Я решила сегодня начать записывать влог. Сережка сейчас монтирует. Ой, я тебя не записывала. Ну, поздоровайся заново. Всем привет. Только я, наверное, умею так включить типа записи, на самом деле ничего не записала. Короче, сегодня я решила приготовить борщ. У меня сегодня еще должна быть уборка по плану. Еще нужно съездить в банк. В общем, как хороший такой вот запланированный выходной. Кстати, ребят, я себе на днях сделала вот такой вот маникюр. Проблема с большим пальцем. Вот, он у меня такой арочный, я не могу, видеть, у меня вот такие заплывы ужасные. Я не знаю, как с ними бороться. Вот, конечно, возможно, что если был бы фрезер, я бы там еще почистила пазухи. Вот, и тогда уже легче было ложить под кутикулу. Здесь, на этих пальцах, у меня такой проблемы нет. На этой руке также нету такого прям. А вот именно с большими пальцами, видите, вот не умею я справляться с этим вот. Вот. Но это уже несколько дней им еще. И я делаю типа классический маникюр, можно сказать. Вот, поэтому не глубоко очищаю. И вот не знаю. В общем, пока что у меня руки крюки. Что ты мне показываешь? На свадьбу туфли выбрал? Такси. Ну, я на такси сегодня, да? Дизайнерские туфли написано, ты 2000 гривен. Сколько? 2000. 2000 стоит? Ого. Я в шоке. Я вот никогда не купила такое. Мне некрасивым кажется это. Вот такие у нас малыши. Вот у нас осталось трое. Девочка. Малышка. Какое колесие. Они будут миниками, вот, судя по весу, потому как они набирают вес, там есть определенные таблицы, в которые можно уже определить, малыши какого примерно размера будут потом. То есть это будут мини-йорки. Вот мы... Мы продадим только мальчика, девочку мы оставляем себе. И девочку отдаем Сережиным родителям. Вот, как, в принципе, и планировали, для этого же эту вязку мы и затевали. Вот, для того, чтобы наша Бетти подарила нам еще двух членов нашей семьи и одного члена семьи для кого-то. Это такой хорошенький мальчишка. Ой, сейчас я гляну, это он. Да. Да, это этот мальчик. Вот. Он такой вообще активный и так любит кушать. Толстячок наш маленький. Вот. Очень такой энергичный мальчик. Он самый первый родился. Напугал нас. Вот этими ножками он шел вперед. Вот так одна ножка торчала длинненькая, а другая вот так коротенькая. И мы так переживали, думаем, что-то не то. Я говорю, Сережа, что-то не то, что-то не то, что-то не то. Вот, ну, в общем, они так любят друг друга вообще. Я не знаю, я бы их всех оставила. Вон, отдали бы родителям Сережиным, она была бы все равно рядом. Малышка. Вот. И мальчик был бы у нас. Но нельзя, потому что мне не хочется кастрировать, а две девочки, сами понимаете, что так поступать нельзя, потому что мало ли у них, да, начнутся любовные отношения. У собак нету такого, что они через время не понимают уже, что там братик, сестричка. Вот, у нас уже скоро откроются глазки у них. Ну ладно, не будем их беспокоить, пусть спят. Кстати, недавно я стала практиковать еще одну такую интересную штуку. В общем, умываться льдом. Это лед отвара ромашки.
Вот, но сначала рекомендуют, ой, ой, я у вас на глазах прям разбила формочку, ну, бывает. Сначала рекомендуют просто умыться с обычной своей умывалкой, там, которой вы пользуетесь, потом уже протирать лицо. Некоторые делают это через день, некоторые каждый день. Я пока что еще не совсем привыкла, поэтому иногда забываю, особенно когда работаю, то иногда, конечно, забываю. Вот. В общем, тоже, кто пользуется, делитесь впечатлениями. У меня эффект заметен сразу, я бы сказала. Кожа более в тонусе становится. В принципе, мне эффект нравится. Всем привет! Я только что проснулась и иду в магазин. Ага, сегодня послала в магазин за яйцами. Решила вам показать свой вес на сегодняшний момент. Вот. Мой рост, напоминаю, 1,70-1,72, не знаю, когда как. Вот, и вот такой у меня вес. Идеальный мой вес, по мне, как это 59, то есть на 10 килограмм меньше. А так как вообще, в принципе, выгляжу я уже более или менее худой и подтянутой, это 62. То есть вот такие вот мои цифры обычно. Вот, я высокая, поэтому, пожалуйста, те, кто обычно весит там 50-45, вы учитывайте, пожалуйста, разницу в росте, потому что высокие девушки, они как бы длиннее, соответственно, в них массы больше. Вот, это не значит, что они какие-то ужасно толстые и все остальное. Вот, когда вы видите там цифру 65 килограмм. О, я там 45 и уже там парюсь. Ну так ты же низенькая. Конечно. Вот, пожалуйста. Не будьте такими злыми. Вот. Так что вот так вот. А, все. Уже какие газа. Да, быть. Гулять, да? Гулять. Наконец-то с Бетти все в порядке. И она уже сама бежит, сама торопится гулять, сама идет по ступенькам. Вот, слава богу, что с собакой все хорошо. А что с маленькой девочкой, то скажу попозже. Улице офигенская погода. Сейчас поедем на самокатах в банк. Вот машина, нас забрали. Ой, вообще неизвестно, что с этой машиной теперь будет. Короче, все очень сложно. У нас, в общем, как всегда. Я не знаю, никогда не бывает все гладко. Вроде как работаем, но вечно какие-то финансовые трудности. Бейте, не ходи туда на площадку. Не надо к деткам. Пойдем. Вот тут. Бейте немножко подольше может гулять. Вот, наконец-то. Так подтягивался прикольно, не успела застегнуть. А так, от животики. Ай, животики. Тепло у вас тут. Горячо. Нужно прочитать то, что тебе задали на лето. Каждый раз, каждый день надо по чуть-чуть читать, иначе ты не успеешь за все лето прочитать. Ты это понимаешь и так, я думаю. А в учебном году тебе все равно придется читать это. Соль, ну Гарри Поттера мы потом почитаем. Это внеклассное чтение. Ты изначально Гарри Поттера не хотела читать. А я тебе вот после того, как ты прочитаешь, покажу фильм про греческие мифы.
Про богов, про этих всех тебе понравится. Нан аму мальду хал суга опсочи. Чоннуне бананданнын ияги. Да, я земли разносится рок от могучих ударов. Прикован, наконец, Прометей. Но это еще не все. Нужно его применить. Его скорее пронести. Несокрушимая сви. О, Прометей! Сейчас ты будешь так читать. Да, ей вообще, походу, так все нравится. Прометей. Да тут слово Прометей. Прометей. Прометей читается. Прометей. Бармалей, Прометей. Прям не знаю. Это всеобщая про матери это. О горе-горе. Стонать я буду от муки теперь. И много-много веков, как найти мне конец моим страданиям. Но на что же говорю я? Помог он съем суп от титанов. Как увидел он мать свою в тюрьме. I'm going crazy. I'm going crazy. Завтрак себе готовлю омлет. Соня тоже будет кушать, она не ела. Вот омлет я себе буду делать из двух яиц и молока. У нас осталось уже только миндальное. Здесь 2,6 грамма на 100 грамм, то есть, ну, углеводов. То есть практически нет, то есть я же не буду 100 грамм добавлять, поэтому там вообще буквально капелюшка. И еще будет у нас авокадо. И все. Что? Когда ты сделала омлет? Да, ночью делала. Ну, не сегодня ночью, а вчера или позавчера. А что это? Ну вот. А другую? То же самое? Кошка, да? Угу. Прикольно. Хорошо, хочешь тоже себе маникюр? Тебе нельзя гель-лаком. Ты его потом сдираешь, у тебя пластины больные будут. Нельзя. Тебе нельзя еще. Ну, у тебя еще формируется. Еще нельзя. А также положу пару кусочков вот такого сыра камемберт, или как он там называется. Здесь тоже, ребятушки, 0 углеводов. Вот, как раз таки жиры и белки. На ПП, скорее всего, нельзя, ну или совсем-совсем чуть-чуть. А на кето-питание с интервальным голоданием отмечу, что можно. Вот, так что я себя буду радовать. Это мой любимый сыр, один из любимых. Я вообще обожаю сыры, если честно. Я не люблю сильно так молоко там, но вот сыры, кисломолочные продукты прям очень люблю. Вот. Я очень люблю сыр желтый. А Соне этот сыр не понравился из-за того, что тут как бы вот это вот сверху плесень. Но это неплохая плесень. Ну, если вкус не нравится, значит, это тогда точно тебе не понравилось. И, наконец, мое любимейшее блюдо, которое я, наверное, просто могу есть безграничное количество раз. Вот, оно мне никогда не надоедает, я его всегда люблю, так как Соня отказалась от сыра. Думаю, что ей как раз будет очень даже неплохо еще и авокадо хотя бы поесть. Вот, ну... Тоже, кстати, углеводов, по-моему, тут по минимуму, жиры, белки. Так что самое то, что нужно. Ну, а Соня пока со мной вместе. Ну, вообще, конечно, детям
по-моему, не сильно-то рекомендуется на таком белковом жировом сидеть. Но так как завтрак такой, а на обед будет борщ. Что? Знаешь, сколько тебе дурки хотят платить за брендирование? Сколько? 5 гривен за заказ. А? Ну, еще крыша приехала. 5 гривен за заказ? Ну, то есть 35 гривен на так, а если ты забрендируешься, плюс 5 гривен, 40 гривен это будет заказ. Ну, а что это у тебя вообще в месяц даже 1000 не выйдет? За брендирование? Угу. Нет. Да ну да, бред. За... Так при том, что оно обязательное, да? Да. Ну 100 заказов, то 500 гривен получается. Ни о чем, короче, на купить. Это реально 10 заказов в месяц сейчас получается. 1000 максимум. Угу. Чтобы деньги обосновать этим нашу машину, это ради 500. Ты рассказывал ребятам? Нет. Ну, расскажи. Я хочу сейчас потом расскажу. Ну, вот такой вот красивейший у меня завтрак. Очень-очень-очень нравится мне. Очень вкусно. Вон там Соня тоже кушает. Вот, Сережка у нас покушал раньше, но теперь, наверное, хочет еще, да? Я же тебе предлагала омлет. Ай, приедена. Мы позавтракали. И теперь... Надо мне нужно каждые 3 месяца подтверждать, что я нахожусь, проживаю здесь, в Запорожье, что я не уезжаю в Донецк, вот, и что я есть я, и именно я пользуюсь банковской карточкой. Вот такая вот ситуация. Вот сейчас я не могу пользоваться, ее опять заблокировали. Каждые 3 месяца мне нужно это делать. Хочу сделать. Решили сначала покормить собак, а потом уже погулять Бетчу. У нас закончился вот такой целый пакетище. Мы уже скормили. Ой, не вижу. Да, вот так. Целый пакет вот такой уже скормили. Тут как раз на один раз. И нужно сейчас пойти купить. А, стоит... А сколько он стоит? 500 гривен. 500 гривен? 500 гривен? Да. Я в шоке. У нас разводим с водой его, с горячей. Вот. Набираем шприц. У нас такой насадочкой. Тот специальный у нас треснул, поэтому взяли обычный шприц уже. Только одели вот такую вот насадку специальную для них. Малыши уже проголодались наверняка. Достается и Бетти, довольная как никогда. Детеныши поели и улеглись спать. Просто давай посмотрим, что тут. Ну как? Что не нравится? Ну помери давай. Тут же еще ремешок. Не нравится? Подожди. Да помери сначала, потом откроешь. Давай. Иди помери. Клево, да? Ну. Ну класс. Слушай, качество реально неплохое. Боже, ребята, оно вообще недорого стоит.
Я даже, честно, даже не ожидала, что будет такое. Надо еще у них заказать. У них там вообще по 350, по 400 гривен. Классно. Ну, обувку можно сюда, кроссовки, даже белые классные. Ну ладно, давай еще мерей. Смотри, что там еще. Давай, открывай. Смотри. Качество нормальное вообще. Это что же со штанами? Нравится? Да. Это что, обрезанное? А? Обрезанное какое-то? Ну, оно сейчас модное. Это свитшот вообще-то. Она сейчас модная. Ну, у нее талия красивая, можно. Давай, мерей. Только платье не бросай уже, а нормально сложи, повесь лучше. Класс. Вообще супер. Блин, я вообще не ожидала, честно. Очень, да, да, на чуть-чуть. Угу. Но вообще не, лучше было до этого, не сворачивай. Оно как бы видно, да, что оно немножко. Да. Вот так вот чисто, да. Оно, глянь, вообще рост четко. Класс. Тебе нравится? Да. Ну все, счастливая. Давай, только аккуратно, пожалуйста, видишь, светленькое такое, что. Ну все. Решила приготовить борщ. Так, еще я хочу сделать запечь рыбку. Я уже пробовала делать ее таким способом. Очень получилось неплохо. В общем, делаем первый слой лука. Следующую берем морковку. В этот раз решила нарезать по типу таких слайсов. Хочу посмотреть, как оно будет. В прошлый раз терла на терочке, на мелкой, и такая как шара, такая подушка была воздушная, приятно было. В этот раз интересно попробовать такой способ. Ну теперь посолим, поперчим вот так вот чуть-чуть. Ну, я перчить не буду, просто посолю. И теперь вылаживаем нашу рыбку. У меня рыбка тилапия. Вот так, филе рыбки. Очень красивое филе, такое плотненькое. Классное, очень вкусное, нам понравилось. Попробовали мы уже ее. Вот, распределяем. У меня осталось 4 кусочка. На килограмм получается 8, по-моему, или 9 штучек вот таких. Вот, и теперь все это я буду заливать заливкой. Сейчас покажу, какой. Заливку буду готовить из вот такого йогурта натурального, без сахара. 3 яйца у меня здесь небольших, ну, или 2 больших можно было бы. Вот, и зелень еще сюда покрошу. Тоже специи. Теперь это все заливаем этой заливкой нашей. Получившийся. И отправляем в духовку. Вот и сварила борщик. Красивый получился. Сейчас закипит. Можно будет выключать. Пусть настаивается. Ну и там рыбка. Поживает у нас тоже неплохо. Нужно уже выключать. Приготовилась. Сейчас я приготовлю еще гарнир к рыбке, который буду, скорее всего, я только кушать. Ну, или все вместе, но
себе на гарнир к рыбе, так как я борщ не буду, к сожалению. Я сделала себе вот такую вот, не знаю, как это, овощную нарезку. Это кабачок и морковка. Нарезала их соломкой. Конечно, классно было бы, если была бы терка специальная такая. Вот, ну ничего, можно и так, в принципе. Вот нарезала. И сейчас на сливочном масле обжарю это. Пойдемте посмотрим, что там делают. Сережа с Соней. Оказывается, можно слегка чуть-чуть водички добавить, но я сейчас послежу, что там будет. Так. Серега спит. Такое ощущение, что сегодня вот дежурил ночью с щенками, а не я. Вот так разморила его. Щеночки тоже спят. Ай, Тибузя двигается там. Бытя тоже спит. Что же спит? Соня, ты тоже спит? Да. Ты тоже спишь? Нет. А что делала? Играла. А там что у тебя лежит под носом? Что это за ножницы? Тут в ванне сейчас беру. А чего они тут валяются? Бардак. Эх. Не настоящие. Фальшивые деньги у дочери. Да, купили Соня Гарри Поттера. Он читает. Долго сопротивлялась, не хотела, да? Мне интересно ей было, заставляла. Но сейчас вроде самой даже понравилось. То у тебя такая закладка, да? Угу. Круто. Вот такой красивый у меня обед. Соня с Сережей кушает борщик. Мама, там есть еще рукой? Можно вот обязательно было рукой? Но я вам насыплю после того, как этот. Угу. Поедите. Ира собралась нам что-то выпекать вкусненькое. Да, именно вам. Это правда, подмечу. Вот. Ну, в принципе, все на сегодня. Да. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока. Спасибо, что смотрели это видео. И обязательно проверьте, подписаны ли вы на наш канал. И поставили ли лайк. Пока. Пока.